Намордник, намордник, намордник. Для чего? Для чего он нужен? Я бы использовал его для того, чтобы собаки, которые любят подъедать на улице, этого не делали. Ну и особо злые и кусающиеся тоже вели себя достойно. Достойно вас и вашему поведению. Отличный, аккуратненький намордник размерчиком S номер, под номером артикула 19261. Коробочка будет у нас падать, ну и пускай. Здесь защелочка, здесь аккуратненькие затяжечки по нужному размеру. И здесь, я пока не разобрался, а вот так липучечка. И здесь вот эту вот застежечку можно еще вот так просунуть и зафиксировать. Обращайте внимание на размеры, так как есть разные. Это, еще раз напоминаю, у нас S-очка. Иногда, кстати, часто организаторы разных мероприятий просят приходить с собаками уже с какими-нибудь намордниками, чтобы мало ли не произошло каких-либо казусов. И собака кого-нибудь не укусила. Будьте внимательны и заботьтесь о окружающих людях.